Для добрай справы, вядома, нагода не патрэбна, але менавіта ў дзень нараджэння нашага тэлеканала да жыхароў усёй вобласці праз нашу рэдакцыю звяртаецца сям'я маленькага магілёўчаніна Платона. Малому жыццёва неабходна аперацыя, каб вылечыць прыроджаную паталогію спіннога мозга. Калі не зрабіць гэтага да года, хлопчык не зможа хадзіць. Прыняць на лячэнне Платона пагадзілася адна з клінік Ізраіля. Паспець паставіць на ногі Платона сям'я Караткевіч можа толькі разам з неабыякавымі людзьмі. Такой наш Платоша маленький такой. Платону только 3,5 месяца, однако с первых дней он находится под наглядом медиков и особливой опекой семьи. Диагноз липомиелоцель значит, что спинный мозг, який повинен свободно рухаться у позвоночнику, жорстко зафиксованы. Батьки Платона сподяются, что операция у израильской клиницы дозволит выдалить пухлину и дать хлопчику махчимость ходить. Есть такой профессор Шимон Рокинт, он занимается именно спинным мозгом и помогает этим деткам. То есть очень много отзывов в интернете о нем. Вот, и поэтому мы обращаемся к людям, чтобы помогли нам в сборе средств для того, чтобы мы спасли нашего ребенка. У него шанс только один. Рисковать мы боимся. Такий диагноз, як у Платона, 1 на 1000. Паспець зрабіць операцію до года, значит, дать магчымасць ходить и не пакутваць от болю. Это наш второй ребенок. Мы их очень его ждали, мы не готовы были к этой ситуации, как и любой родитель не готов к этому. Поэтому просим людей, не безразличных к нашей проблеме, помочь нам. Допомагши Платону можно переводом грошей на номер телефона, які вы бачите на экране, ці на банковскую карту. Додатково у социальных сетках створены суполки у подтримку с подробязными координатами. Седа Каспарова, Миколай Соболев, Новини, Регион.